Итак, мост через Керченский пролив, мост, соединяющий территорию России с аннексированным Крымом, закрыт из-за чрезвычайного происшествия. В связи с чрезвычайной ситуацией на Крымском мосту мы сегодня с Владимиром Васильевичем Сальдо провели рабочую встречу. В части выработки алгоритмов для урегулирования ситуации, связанной с увеличением количества транспортных средств, которые будут проезжать сейчас через территорию Республики Крым в направлении Херсонской области. Соответственно, работу пропускных пунктов на границе, соответственно, и саму трассу, сухопутный коридор, по которому можно на территорию Российской Федерации, ну, соответственно, добраться до Ростовской области и так далее. То есть, на сегодняшний день оперативным штабом опубликуется вся информация на сайте Министерства транспорта Республики Крым. Мы договорились с федеральными органами власти о том, что ход работы, сроки выполнения работ на мосту по восстановлению движения комментирует Минтранс Российской Федерации. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Вопросы о причинах ЧП, соответственно, комментирует Следственный комитет Федеральной службы безопасности. Это только в Крыму это возможно. Мы с Владимиром Васильевичем организовываем, соответственно, эту работу в части того, чтобы у нас не было пробок на границах. А в случае, если возникает такой наплыв, то создание людям комфортных условий, это установка туалетов, раздача воды, соответственно, и так далее. Поэтому здесь Владимиру Васильевичу спасибо. Координация здесь быстро происходит, работаем совместно. Уверены, что движение будет восстановлено в кратчайшие сроки, соответственно. И в данном случае, то есть кардинально на ситуацию в Крыму, в Херсонской области, в целом по югу Российской Федерации, данное ЧП не повлияет. На всех пунктах пропуска проезда через Херсонскую область, а их три, со стороны Херсонской области в Крым и в обратную сторону, будет увеличено количество всех тех, кто может помочь людям, которые движутся своим автотранспортом. Это раз. Два. Уменьшается продолжительность комендантского часа для того, чтобы транзитный транспорт мог не препятствовать, грузовой транзитный транспорт не препятствовать пассажирскому транспорту. Автобусы как двигались, так и двигаются. И, в общем-то, все действия, которые мы сейчас делаем, они согласованные, поэтому слаженность работы уже наблюдается прямо с утра. И тут действительно огромное спасибо и Крыму, и всему, и Сергею Валерьевичу за постоянную поддержку Херсонской области. Ну, вот видите, настало время, что мы вместе можем помочь людям для того, чтобы им не мешали эти действия бездумных киевских руководителей. Мы скоординировали сегодня с Владимиром Васильевичем свои действия с Денисом Владимировичем Пушилиным, с Евгением Витальевичем Балецким, соответственно. Ну, сухопутный коридор, понятно, у нас проходит по территории трех областей Российской Федерации. Поэтому коллеги точно так же сейчас размещают дополнительную информацию, обновляют, актуализируют ее с точки зрения наличия автозаправочных станций, там, пунктов питания, стоянок, на которых обеспечена безопасность, соответственно. В том числе, то есть, как бы, на въезд на территорию Ростовской области будут указатели стоять, чтобы, соответственно, весь транспортный поток не шел на один пропускной пункт, а распределялся равномерно по трем пропускным пунктам в целях избежания создания пробки на границе. Поэтому держим связь, коллеги. Оперативный штаб под руководством Хуснуллина Марата Кирзяновича работает сейчас над восстановлением проезжей части. Соответственно, и коллеги будут к вечеру информировать. Так что все на контроле, все будет по-нашему. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Российские власти назвали произошедшее терактом и обвинили в нем Украину. Киев произошедшее официально не комментирует, но в украинской разведке, в украинской военной разведке сегодня сказали, что Крымский мост, я цитирую, конструкция излишняя. Сейчас на прямой связи с нашей студией наши корреспонденты Дмитрий Кожурин и Алексей Продаева. Митя, начнем с тебя. Скажи, что известно еще о взрыве и какие заявления звучат из России? Изначально так называемые власти аннексированного Крыма заявили в ночь на понедельник о том, что в районе 145-й опоры Крымского моста произошло чрезвычайное происшествие. Чуть позже появилась информация, согласно которой это вроде бы были удары двух надводных украинских беспилотников. Такими данными поделились в Национальном антитеррористическом комитете. Ближе к утру уже со своим заявлением выступили в Минтрансе, сказали, что сама опора вроде бы сильно не пострадала, повреждена просто часть полотна. В принципе, по кадрам это достаточно неплохо видно.
Вице-премьер Марат Хуснурин заявил о том, что реалистичные сроки восстановления моста станут известны ближе к вечеру. Кроме этого, он отчитался о том, что железнодорожная часть Крымского моста полностью функционирует и что в кратчайшие сроки вроде бы будет организована паромная переправа. Кроме этого, господин Хуснурин отчитался о подготовке организации автомобильного движения через территории Запорожской и Донецкой областей Украины, оккупированных, конечно же. Давайте послушаем. Принято ряд решений по организации проезда по новым территориям, ускоренный проход через границу без проверки, значит, ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего дополнительно будут приняты меры безопасности. Митя, спасибо. Леша, давай сейчас к тебе. Расскажи, пожалуйста, как в Киеве реагируют на взрыв. Приветствую, Сайхан. Ну, четко выраженная официальная реакция украинских властей и спецслужб касательно событий на Крымском мосту пока нет. Но вот издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в Службе безопасности Украины, сообщает, что, цитата, «к ночному подрыву причастны СБУ и военно-морские силы Украины». Якобы совместная спецоперация подразумевала атаку с помощью надводных дронов. Собеседник «Украинской правды» в спецслужбе отметил, что добраться до моста было сложно, но сделать это удалось. Самой СБУ отреагировали довольно-таки необычным способом, опубликовав в своем телеграм-канале поэтические строки. Если перевести с украинского, то звучат они так. «Соловей, родной брат, снова мост пошел поспать». И по скриптум добавили «музыка народная, а вот слова СБУ». Кстати, после прошлогоднего взрыва на Крымском мосту украинская спецслужба тоже отреагировала стихом. Позже представитель СБУ Артем Дегтяренко заявил, что все детали касательно произошедшего с Крымским мостом СБУ раскроет, цитата, «после победы». Также ведомстве напомнили, что мост является важным объектом военной инфраструктуры для российской армии. В украинской военной разведке реагируют более чем прозаично, без каких-либо комментариев. Причин касательно инцидента представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что из-за разрушения секции моста у оккупационных сил возникнут проблемы с логистикой. А еще Юсов вспомнил слова руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который ранее называл Крымский мост излишней конструкцией. Мы же обратились за комментарием в МС Украины, но нам ответили, что пока нет информации, которую там могли бы прокомментировать. А вот представительница сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии Радио Свобода заявила, что в эти дни российский флот усиленно охранял Крымский мост в акватории Азовского моря. Также Гуменюк считает, что сегодняшний инцидент на этом объекте Россия может использовать в свою пользу. Давайте послушаем. Те, що зараз вони настільки активно педалюють цю тему, може свідчити про те, що це може бути використано як ще один аргумент щодо зернової угоди. І, зокрема, багатьом фахівцям це, в принципі, очевидно. Ну, і, к слову, в Москві заявили, що з сьогоднішнього дня приостанавливають дійство зернового соглашення.